Мечты сбываются, нужно только верить и ждать. В этом убедились лично несколько десятков наринмарских семей. Накануне им вручили ключи от новеньких квартир. Люди, которые стали обладателями долгожданных квадратных метров, стояли в очереди на улучшение жилищных условий не одно десятилетие. До конца этого года очередникам мэрия планирует выдать 102 квартиры, еще 218 уже в следующем. Таких цифр не было давно. Олег Атанзейский о тех, кто предстоящий Новый год встретит в новых стенах. Да-да-да. Здрасте. Здравствуйте. Можно пройти? Проходите, пожалуйста, проходите в мою новую квартиру. Ну как? Посмотрите. Ой, впечатление-то вообще прекрасное. Трехкомнатная квартира, квадратов много, все шикарно, очень хорошо. Чтобы сказать эти слова, Надежда Вокуева ждала 31 год. Теперь все позади. Она, наконец, хозяйка этой квартиры. Теплая, уютная, самое главное, большая. Вместится, шутит женщина, все семейство. Вот здесь будет комната у сына, ближе к кухне ее. Надежда уже подумала и над обстановкой. Вот здесь будет шкаф, здесь диван, тут тумбочка с телевизором, все. Со старой квартирой эту и сравнивать неприлично. Вместо 52 более 80 квадратов. Хороший ремонт, светлая ванная, красивый вид из окна и довольные дети. Все, что нужно для счастья. Вот только свет бы еще заработал. Не верится еще, никак прямо не можешь это понять, что это мое-то будет. Еще нет, пока нет. А вот не усложняет то, что все-таки авиаторов не очень близко к центру? Не, это хорошо. Нет, это здесь же будет большой центр-то вот этот жилищный. Да нет, нет, не усложняет. Пойдемте еще покажу комнату, кухню. В заветный список попали 102 семьи. Многим накануне ключи от квартир уже вручили в торжественной обстановке. Остальные комплекты получат чуть позже. В этом году мы должны заселить порядка 100 квартир. И первым кварталом, ну давайте побольше возьмем, первом полугодии следующего года еще 218 квартир пойдут на очередь. И так хочется вот такими темпами продолжать строить социального жилья для очередников. Игорь Викторович нам поставил задачу такую. Район, улица Авиаторов должна быть порядка 1000 квартир построена для горожан, как по программе переселения, так и по социальной программе. Кстати, большинство новоселов станут соседями. Новые дома по новым для региона технологиям возвели в микрорайоне Авиаторов. Застройщик ВМ Инвест дал личную гарантию. Жилые здания выдержат даже самые суровые северные погодные условия. Квартиры, что в двух домах, уже нашли своих хозяев. Третий дом пока еще не сдан в эксплуатацию. Там 42 квартиры, тоже для очередников. В мэрии пообещали, что их заселят уже в ближайшее время. Олег Танзейский, Леонид Шишелов, Андрей Котов, телеканал «Север».